Бабруйчанин Ігор Бокій першы на дистанции у 50 метров вольным стилем. Это четвертый золотой медаль на гульнях УРЕ нашего земляка. А того же белорус установил новый паралимпийский рекорд. На первой у Бокіга еще два старты. У пятницу он выплывет вольным стилем, а у субботу на спине дистанция у 100 метров. Узгадаем, в этих дисциплинах чемпионом света и уладальником мировых рекордов является бабруйчанин Ігор Бокій.